Красиво тут, как в сказке. Моя сказка. Сказочно. Да. Да. Святые. Вот бежит моя курочка. Не сбавляешь темпа? Ну что, а где моя водичка? Какая? У тебя водичка. Чё такая? Арина, тут нет вообще интернета. Мы не туда повернули. Ну что ты будешь делать? Лестница. Да, конечно, тут высоковатенько, если честно. Вытянулись из Боржоми, Зеленый монастырь, по пути заехать в крепость Рабат и в Арзию. Вот такая вот дорога через лес. Как в сказке. Моя сказка. Сказочная. Что-то течет, ручеек, что ли? Да. Ручеек. Мои морские котики. Ох, тут такие скалы. Со всех сторон. А, видишь, тут есть чашечка специальная. И была вот такая вот резка, показать? Да. Да, можно. Давайте, чтобы вернуться сюда нам. Вернуться. Да, такой. Да, да. Интересно, сколько ему лет, да? А что он зеленый? Ну, может, то, что он в лесу. Ой, это связи нет. Да, связи нет. Вообще. Поэтому я телефон выбрала. Красиво. Папа, ну-ка голову подними. Ё, у тебя тут кто-то сидел. Чё? Ну, летел. Красивенько. Мам, скажи. Мам, бери. Мама. Скажи, что у папы хорошо. Потом внутри. Ух ты. Ой, пахнет ладаном, свечечками. А тут водичка течет питьевая, бесконечная. Обалдеть. Целебная вода, живая вода. Какие-то святых каких-то. Да. Святые. Какие стены широкие вообще. Какой тут крест. Такое зачарованное место. Вот в миниатюре из камня сделали монастырь. Какой-то лабиринт. Ходить. Да. Вряд ли. Но тут красиво. We'll be right back.
крепость Рабат. Красивое место. Сейчас будем заходить. Вот он вход. Красота. Чистенько так тут. Виноградники. Сколько стоит билет на балет? Получается вход. Ого, она такая не маленькая, однако. Однако. Да, тут красивенько. Смотри, туда лестница как вниз идет. Далековато. И балконы резные. Такое сочетание бетона, кирпича, камней, дерева. Лестница наверх. Вон тут попрохладней. Оно такое свежее, как будто такое построили. Вот, вот какой-то бассейн. Чего интересно купаться? Воду, наверное, набирать. Дождевую, может быть, кстати. Красота. Красота. Сверху очень красиво. А вот бежит моя курочка. Не сбавляешь темпа? Пойдем, я тебе покажу секретную комнату. Ну, так называется секретная комната. Видишь, тут как красиво вырезано из дерева все. Ага. Сундук. А сюда можешь встать, зайти. Да не бойся. Да просто встань сюда. Не знаю. Прятаться, пошли. Что тут у нас? Это тоже что-то секретное. Ух ты. Обалдеть. Вот тут написано, что это медресе. Медресе. Да. Что там? Да заходи, заходи. А, тут видишь, горели печка. Наверное, комната. Но нету, видишь, ни дверей, ничего. Ух ты. Мрамор, что ли. Где моя водичка? Да, у тебя водичка. Ничего такая. Блин, а везде вот эти у них, да? Как бассейны с водой. Ух, тут и птичек сколько, у них там гнезда, да? Виды раскрываются со всех сторон. Сейчас туда наверх будем подниматься. Где там наши идут? Вон. Поднимаются, плетутся там.
тут легко подниматься, мне кажется. Вот так вот. Красиво. А тут такие лабиринты, конечно. Выходы везде есть. Мисхетская, о да. Это где? Это, наверное, вот там внутри. Да, или тут? Не понимаю. Это у нас наше заведение. Заходи, заходи. Мама, иди. Там сейчас будет потолок красивый. Вот тут, видишь? Смотри, как тут обалдеть. Это что-то. А может быть и люлька для ребенка, ну? Может быть. Вот ясен, да? Год рождения Елены. Говоришь, встань сюда, пацан. Красотень. Мы ж тут не ходили, да, кажется? Да, мы не ходили. Мы потому с тобой ходили, поэтому не ходили. Классно, тут перестроили, все достроили, реконструировали. Что, выдвигаемся, сейчас будем ехать дальше. Постараемся сегодня успеть в Ардию. 3 часа ехать. Нет, отсюда 3 часа. Да. А мы не могли бы по крепости заехать по пути в Тбилиси? Это тоже дорога не Тбилиси. Нет. А японский, блядь. Черт побери! Арина, тут нет вообще интернета. Мы ничего не туда повернули. Ну что ты будешь делать? Не буду заходить. Ариш, ты зайди. Ариш, сколько раз ты меня просила зайти в интернет? Поверните. Я ни разу не заходил. Ты сама все подключала. Да, серьезно. В общем, не получилось у нас добраться до Вардии. Поехали не в ту Вардию. И это разочарование, блин, сегодняшнего дня. Да, потеряли, конечно, 2 часа на дорогу. Но зато сейчас посмотрим другую достопримечательность. Которую не планировали. Правильный столб. Ага. Кстати, церковь. Вон, а, вон! Вон, все, класс! Вот это класс! А мы же столб ищем, ну столб. Ну он так и называется. Ну это класс. Гадский пилар, да. Туда? Ну, вон оно у нас где. А, то есть, в смысле, нам ну,
едь по этой дороге. Ну да, 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 ведет так. Хорошая дорога, говорит, я знаю, что хорошая дорога. Ну, неплохая вроде. Для нашего Чарлика. Красивый это резкий какой. Тихо ты сиди. Вы очканавты. Высоко сижу, высоко лежу. А так хорошо, я смотрю вниз, хорошо видно там все. Конечно. Взлетаем. Ваше место назначения находится слева. Чё ты? Это монастырь, да. И они там туда каждый день лезут? Угу. Ну, купи себе. Ищу. Такой вот столб татский. Высоченный там наверху монастырь. А может лес спускается? Да. Закрыто. Подъем запрещен. Какая-то лестница. В Мирмурском монастыре. Ну, конечно, я тебе сказал, что тебя не пустят. А что, не похоже на мужчину? Нет. Ты спуск видела какой там сейчас? По груди мешает. О, да. Моего мужчины груди мешает. Сегодня целый день не ели, вот приехали в ресторанчик. В таком живописном месте, к Зоопарии называется. Сказка, да, это получается? А, называется сказка. Такая тут красивая аллейка. Вот сюда спуск к реке, по идее. Да, тут река, класс. Спокойная, кстати. Красивенько, красиво. Да? Классно здесь, дочь? Ой, качельки. Где? Вот. Ага. Это как? Прикольные. Идем там посмотрим. Ух ты. Тут еще прикольнее. Да. Супер место. Ох, что-то нам принесли всего много. Меню сразу отдайте. Да, вот там вот еда, как всегда. О-о-о. Салатик классный. С перчиком таким. Ай, шипит аж. Бурчит, шипит. Доча, картоха. Горячая, наверное. Какая горячая, пап? Нормас. Ой, что тут еще принесли? Это цыпленок? О, какая красота! Это чеснок? Да! А можно мне? Конечно! Все, берите, а вот еще что-то. Где чеснок? А это как называется? Вот это суп один, и сейчас будет еще один. Чачишоли с телятиной. Чачишоли с телятиной. Ух ты, чачишоли мы еще не ели. Чачишоли с телятиной. Это сейчас я сфоткаю это все. Подождите, фотка. Я буду параллельно есть. Как все вкусно. Ребята, улыбаемся и машем. Всем приятного аппетита. Нас такое донесли, это грибочки. Аж шкварчат и рыбку нас угостили в прекрасном ресторанчике.
Светка довольна. Вроде при дороге. Ну, угу. Огонь. Плотненько поели, плотненько. Самый лучший ресторан. Ребята, ресторан «Сказка». Рекомендую. Ай, как хорошо. Вон наши девочки, как обычно, с собачками. Вот они там. Такой стол накрыли вообще. Классно, да? Вообще. И так такое место, спустились тут. Папа, кстати, дождик какой-то хорошо. Да, дождик покапывает. Что, едем спать в Боржоми? Завтра выезжаем в Тбилиси. Не страшно тут ездить. Нифига себе, это Мишелин, у него колеса. Что? Мишелин колеса. Миллион. Прикинь, сколько они стоят. Ну да, с Германии. Тут резерв всего. Офигеть. Крутой. Не был деть. Серьезный аппарат, серьезный. Все, мы заходим. Взяли 6 билетов, плюс транспорт наверх, плюс гида. И за это все заплатили 147 лари. Туда отвозят на, там, на электромобильчике, обратно пешком. И там надо найти гида. Вот такой. Электромобайл. Ой. А он не закрывается? Нет. Конечно нет. Поехали. Сигнал такой. Красоте. Вот туда. Вот туда. Не знаю, пока вон дорога, я вижу. Пока нас вижу. Пока надеюсь, дорога. Да. Этот транспорт как этот. До одного места. А где он сказал гид? Вот тут? Да, тут так не близко идти. Аж туда наверх. Дошли чуть-чуть уже. Резервуар воды.
раньше у монахов. Пошли дальше. Вон аж куда. Так, тут внутри. Меня зовут Давид. Давид, Денис. Очень приятно. Вот у нас время экскурсии будет 45 минут. Ну, как стандарт. Угу. Ну, мы посмотрим, насколько обратно послушаем. Уже за полтора часа, за 2. Могу за 15 минут закончить. Держи, не отпускай, говорю. Держишь. А что мы станем? Красиво. Руку давай папе. Папе руку, пожалуйста, дай. Ну почему ты вредничаешь? Так же вот для нас уже знакомый Георгий Папандопулов. Когда он начал тут служить, он реставрировал эту стену. Даже сегодня достал. На белом крестик подъем дата. Написано 1860. Он получается внутри прям, понял? Вот это есть давник питьевой воды, название «Слезы царя Саламана». Посмотрите, соответствие, видите, как уходит вода, да, по капле, ну, со слезами. Вот таким образом вода в бассейне набирается в сутки около 50-52 литров. Тут голову держите все. И вот в случае нападения врагов, мы нас подняли через этот туннель на 8 этаже укрывались. Ага. И в этом месте, посмотрите, с собой они также прикрывали дверь каменной плитой. Видите, ага. Как он большим ого. Доча, это для твоего роста. Доча идет вообще. Обалдеть. Туннельчик. Какая лестница, интересно. Офигеть. Ох, как высоко. Почти пришли. Пока напишу, что это...
Короче, постройка 1100 какого-то года. Вообще ты даже не... Ух, тут высоко. Красиво и высоко. Да, конечно, тут высоковатенько, если честно. Стрёмно. Так. Тут, короче, очень стрёмно ходить в тапочках. Фу, ребята, это было. Те, кто боится высоты, клаустрофобия. И не ходите ни в коем случае в тапочках. Че я пошел в тапочках? Я вообще не думал. Я думал, что вот так просто ты. Где они? Лена! Вы где? Вы где?
сюда. Ну вот и заселились мы в Тбилиси, вот такая вот шикарная квартира. Сколько света тут. Лампочки. Вот ладно. Такая. Обалденная. Два фена тут. Тут целых два фена. А вот это кухня. А, надо идти за вином. Красота. Микроволновка. Красота. Это наша комната, вы смотрите. А ты представь, сколько тут бань можно видео снять. Да, часы подключаются. Красота, да? А тут ковры есть? Нет, доченька. Утюг, гладилка. Лена, это наша. Ты же сама сказала в прошлый раз, это вы себе возьмете. А, ты ж не помнишь. Что, дети, да? Сказали, что нет, Света сказала, вы возьмете себе ту? Ну, пофиг, можно не спать, пофиг. Но это наш. У вас тут с телеком зато. Прикольно? Нормально. Так, подожди, а сколько комнат? Ну вот. Раз. Так, вторая комната, и там третья. Да. Это что, это для полной? Так, где все площадки? Это для полной.